Здравствуйте, друзья! Я Сергей Севец, специалист по фитнесу и спорту и автор сайта Athletic Blog. Сегодня я показываю упражнение «Подъем ног в упоре на брусьях». Это упражнение для мышц брюшного пресса. Фактически получается уголок на брусьях, но в отличие от упражнения «Уголок» вы не фиксируете ноги, а работаете динамично. Техника упражнения. Примите жесткий упор на брусьях. Руки выпрямлены и жестко зафиксированы. Это важно, чтобы удерживать стабильное положение тела. Поднимите прямые ноги немного выше горизонтального уровня. Затем плавно опустите обратно. Не бросайте ноги, а опускайте их контрольно. На усилие, когда вы поднимаете ноги, делается выдох. Обратите внимание, нельзя раскачиваться и забрасывать ноги. Также предлагаю дополнительный вариант этого упражнения – подъем ног с разведением. Поднимаете ноги немного выше горизонтали и разводите в стороны. Если вам пока тяжело поднимать ноги, то можете начинать с упрощенного варианта – подъем коленей к груди. Старайтесь поднимать колени как можно выше, до груди. Друзья, на моем сайте athleticblog.ru вы найдете обучающие видеоуроки, планы питания, а также уникальные программы тренировок, которые помогут вам добиваться отличных результатов. С вами Сергей Севец. Заходите на мой сайт, занимайтесь спортом правильно, добивайтесь успехов и становитесь лучше.